Привет всем участникам конкурса «Золотые таланты» международного конкурса «Golden Time». Мое имя Дмитрий Гончаров, я генеральный директор радиостанции «Сфера Мьюзик». И сейчас рад огласить именно тех, кого, на мой взгляд, мы как радиостанция считаем наиболее успешными и удачными в данном конкурсе. Итак, у меня 22 имени, дорогие друзья. Не радует, что в этом сезоне, в этом новом сезоне, наш список имен увеличился. И в этом списке есть также и парни. Их намного больше, чем в прошлом сезоне, что может не радовать. И в этом сезоне есть несколько имен, на которых бы мы хотели заакцентировать особое внимание и сказать, что вы молодцы. Итак, Елена Кумановская. Молодец, умничка, Елена. Ты первая, кому я поставил 10 с плюсом. Молодец, правильную песню подобрала. И у тебя очень большие перспективы. Наталья Валенюк, Дарья Полянова, Диана Нагоева, Елизавета Нестеренко, Анастасия Голык, Ефимов Александр, Fusion Jazz Vox, Дуэт Каверин и Малышевский, группа Seven, Нанем, Людмила Бедик и Виктория Арнгольд. Вам, девочки, тоже по 10 с плюсом. Молодцы, но старайтесь далее выбирать нужные песни, потому что это стоит того. Влад Гнатовский, Анна Ляховская, Каранчевская Мария, Дарина Мэй, Третьяк Софья, Дарья Прокопчук, Тарас Тостый, Маргарита Васильева и Джаниярова Кира. Вот эти 22 имени мы считаем достойными в этом сезоне. Молодцы, продолжайте в том же духе, ни в коем случае не останавливайтесь, используйте каждую возможность, где можно показать свой талант. Успехов вам и удачи в вашем творческом пути.